Еще есть вопросы? Просто время тоже не забывайте, что завтра рабочий день. Вот у вас там на голове как-то все блестит. Это специально волосы так укладывают, да, чтобы нет. Или это какие-то шапочки специально? Это желатин. Обычный пищевой желатин. Это дало Господи, потому что мы разводим желатин, когда он горячий, естественно, да, заливаем кипятком, делаем пучок, потом, чтобы волосы вот так вот не лезли, да, чтобы да, это было аккуратно все собрано, мы желатин прямо на волосы наносим, он застывает, каменеет, и ты выступаешь, естественно, это позволяет, чтобы ну, вода не растрепала твои волосы, а потом начинается самое страшное, чтобы надо отодрать от своей головы. Смывает его очень трудно. Конечно, тоже. Некоторые делают так, что не очень хороший желатин разводят. Через раз его где-то там подмазывают. Но я так, как... Почему-то я все время мазала себе так, не дай бог что, не дай бог мне за это еще влетит. Я все время делала себе такое, что я просто часами стояла под кипятком, вот так вот, а что он, когда кипяток обратно тебе на голову попадает, он размокает и становится жидкообразной формы, и можно его отодрать. И вот, собственно, ты очень долго с волосами отирал, ужасно. А шампунем не смывается? Нет, это, он никак? Не берет. Ничего не берет. Застывает. Анися, вот косметика. Нет, косметика совершенно обычная. Простая косметика. Фотографируем. На 3 минуты хватает. Вообще фотографируем. То есть нет, сразу лучше. После выступления, конечно, мы не очень симпатичные, нас хорошо не снимают. Глава вот так вот не трогает. Да, так не трогает, не дышать. Однажды мы пытались добавить блестки, блестка попала в глаз, девочка ничего не видела, и мы от них отказались. От блесток. Вот, одно время нас красили компанию MAC, они прям были, поехали с нами в Казань. Вот, профессионально нас там. На самом деле хочу про косметику сказать, что сейчас запрещен яркий макияж. Очень часто к нам придираются, именно к российской команде, что не так ярко, то стерите, сотрите, уберите. Да. Да, даже будучи практически у нас ничего нет, все равно есть человек. Все равно человек есть. Ну вот, есть специальный человек, который проверяет купальники перед стартом, потому что они не должны содержать атрибутики агрессии и войны. То есть у нас не могут быть ни пистолеты, ни автоматы, ничего. Кошмар. Это не должно содержать. И лицо у нас однажды девочки нарисовали маску Зора, прям сделали себе на глазах. Ее нужно было сменить, потому что это было также запрещено. Вот, так что мы перед стартом проводим еще проверку. Обязательно. Политическую. А вот на допинг, я в плане, человек болеет, температура, он может какое-то лекарство принять? Вот в вашем случае. У нас с командой есть, в команде есть всегда врач, который, безусловно, дает нам препараты, которые не входят в запрещенный список. С допингом это очень сложная история, потому что это действительно могут и подсыпать, подкладывать, подливать. И были случаи, когда нам приносят, допустим, графин с водой на ужин. Мы говорим, что нам нужны закрытые бутылки, которые мы сами откроем. А они говорят, у нас таких нету. Нам приходилось покупать за свои деньги, потому что мы не могли пить из графина, который непонятно откуда. Ну, из такой можно тоже. Происхождение. Можно, но хоть как-то максимально по мере возможности стараешься себя. То есть если ты как бы бутылку где-то оставил, ты к ней больше уже не подходишь. А вот сейчас Олимпиада была зимняя. Ага. Испанцы и другие страны привозят с собой продукцию, воду и другие. Есть такое, что вот, ну, мы, например, поехали тоже с гречкой. Паралимпийцы поехали со своей гречкой на соревнования, потому что им так удобнее. Китайцы тоже иногда выезжают со своей едой. Один раз в Китае были на соревнованиях, вообще невозможно было есть. Просто все острое, все кухонное. Ужасно было, хоть свою гречку пили. Вот. Но бывает, конечно, сложно. Сейчас порой такие препараты становятся допингами. Витрум и Комплевита абсолютно необоснованно. Да. Но в этом плане нас очень сильно, нас как бы, все время предупреждают, и мы боимся лишний раз вообще хоть что-либо. Но в этом виде спорта ни разу никто не был замечен. А у нас, к сожалению, ну, были юниоры, замечены именно на мочегонных препаратах, потому что многие говорят худеть, начинают пить мочегоны и не знают, что это допинг, а это является прямым вектором, потому что если ты пьешь мочегоны, значит, ты хотел что-то вывести.
значит, тебе есть что скрывать, это один из самых страшных вообще допинг. Вот. В этом плане у вас вот такой может быть допинг. А в плане каких-то, у нас же не силовая скоростная, не на время, да, у нас тут допингом не поможешь, как сказал Тарас. Ну, выносливость все равно. Ну, нет. Как всегда. А вы еще специально дышать? Нет, есть упражнения? Или это просто нет, практики? Нет, ну, естественно, детей, когда приводят в бассейн, да, да. И первое, что нам объясняют, это как нужно дышать в воде. Что это самое главное, чтобы они понимали, что в воде ты вдох не сделаешь, и вот ты берешь вдох, опускаешься, дышишь. Беру, это вот прям уделяется детям на это большое внимание. Вот, а потом все уже автоматом. Нарабатывается. Вот. Хочешь жизнь? Будем дышать правильно.